друзья. Всем спасибо, кто пришел на стрим, поддержал меня. Приступим. Такие вот луковые кольца. Кстати, необычные какие-то, знаете, такие не ел. Другая контура. Все эти дела у меня вышли на 1100 рублей. Так. Вот, вот с этого бургера. Это у нас с яйцом и беконом. Бургер просто бомба. Очень другая контора, не там, где я брал последний раз бургер. Тоже называется хитрый лист. Классное сочетание, бекон и яичница. Бомбический просто. Так, тут у нас с ананасом, короче. Бургер, котлета и с ананасом. Ананасу так много.
котлета какая-то. Не очень. Какая-то плохо прожаренная, что ли. И специй не хватает. Из ананаса реально какой-то сладкий бургер. Да и котлета какая-то пресная, что ли. Не хватает там специй. Первый бургер. Просто бомба. Ну и луковые кольца тоже. Какие-то необычные. Внутри прям лук чувствуется. Сверху соус, знаете, которым роллы поливают обычно. Сладкий, кисло-сладкий какой-то. Не помню, как он называется. Перейдем к десертику. Чизкейк классический. Изначально я заказывал другой на десерт. Но оператор, который мне перезвонил, сказал, что его не было в наличии. То есть выбора особо там в десертах нет. Либо чизкейк, либо тирамису. Я, естественно, чизкейк лучше. Thank you.
Как давно чизкейк не ел? Конечно, он не нежный, он сухой, но вкусный. Обожаю чизкейки. Все, друзья, прием пищи был просто люксовый, просто в основном просто бомба. В общем, как всегда.